По анализу этой воды, значит, мы, я анализ отправляю. Но приезжают люди, берут анализ. Значит, что я хочу сказать. Наша вода-то, она у нас как бы по жесткости, по мутности она у нас, допустим, больше идет. Но она так-то проходит по разницам, но просто мутность у ей небольшая. Подожди, мутность у нас 4,78 должна быть 1,5, это мутность. Теперь жесткость общая 8,87 должна, ну тут вроде немного, да, там 9 еще в одном месте. И железо у нас, в воде в нашей железо 1,04, а должно быть 0,3. То, что железо много, потому что там не понятно. В общем, разбитие, в общем, норма, в общем, потребление железа для взрослого человека 25 кг в сутки. Оно попадает в организм с мясом, помидорами, гречневыми. И до микроэлементы откладываются в организм и становятся причиной таких болезней, как инфаркт или инсульт. Самым первым признаком перенасыщения организма железом страдают почки и печень. Главной причиной появления мочекаменной болезни является вода, перенасыщенная железом. Плохие зубы, кишечные расстройства, заболевания желчного пузыря. Вот это можно приобщить, ну, для нас вот это и это все собрать в одну кучу. Так, дерматиты. Если в доме есть маленький ребенок, это особенно опасно. Его чувствительная кожа сразу отреагирует на содержание примесей железа в воде. Можно и отставить воду, но это около 30 литров ежедневно только на грудного малыша. Соединение кислорода и железа имеет канцерогенные свойства. Они являются причиной изменения ДНК клеток и перерождения их в раковые. Железо подпитывает их, ведет к их росту. Увеличение содержания железа в крови увеличивает риск заболеть раком легких, толстой и тонкой кишки, мочевого пузыря и желудка. Все. Сейчас очень много раков. Алтайский край вышел на первое место. Надежда Геннадьевна, вы даже можете какой-то анализ свой выдать. Зачем? Ну в 4 раза норма превышена по железу. Что нас ждет всех?